Как сообщил информационное агентство «Тутские новости», очевидец глубокой ночью в Туле самосвал протаранил здание, в котором находится супермаркет «Светофор». Автоавария произошла в районе пересечения улицы Новотульской и улицы доктора Гумилевской. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением и, спасая свою жизнь, выпрыгнул с кабины. Здание и самосвал получили значительные повреждения. Последний, судя по тому, что остался от кабины, вряд ли сможет в ближайшее время снова колесить по дорогам. У супермаркета же при столкновении оказалась пробита стена. По информации региональной госавтоинспекции, ДТП произошло 23 сентября в половине первого часа ночи. Водитель самосвала Дон Фенг совершил столкновение с металлическим забором с последующим наездом на препятствие, стену здания. Пострадавших нет, причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается. Сергей Стариков, Телетула.